хотелось бы начать с чего? Ну, во-первых, мысли в голове просто куча, потому что очень уж интересное событие мы пришли с вами обсудить. Напоминаю, что сегодня, в этом году исполняется 22 года с момента того, как эта история началась. Но, судя по тому, что вот интерес такой продолжается, достаточно массовый, я считаю, можно сказать, что история не закончилась. Так ведь, да? То есть история с каштанским карликом продолжается. И чтобы он весь вечер с нами присутствовал, давайте мы его откроем. Вот наш дорогой Алёша в несколько увеличенный размер. Также вот на столике стоит замечательная статуэтка, выполненная каштымскими умельцами. Вот сегодня, когда мне первый раз дали в руки, я просто вот держался, знаете, не отпускал, потому что настолько чудесно выполнена штука. Обязательно с ней подойдите, чуть позже посмотрите, подержите в руке. Вот ощущение, что держишь кусочек истории. Да, это не самая Лешенька, конечно, но тем не менее это такое напоминание, которое, ну, вообще, я считаю, выполнено просто потрясающе, с кучей таких деталей каких-то маленьких. Что, собственно, сегодняшний вечер нам даст? Это Владимир Пендлин, который... Хорошо, Владимир, присаживайтесь сюда ко мне, расскажем. И вообще говоря, вот в чем квинтэссенция нашего сегодняшнего вечера? Вот мы его называли бал-конференция, творческий вечер. Все это понятно, да, и так и будет. То есть мы постараемся совместить какие-то научные факты и вещи с какими-то, ну, скажем так, развлекательными, чтобы нам было более интересно, легко воспринимать. Но сущность нашего вечера, вот мы сегодня буквально совсем недавно с ребятами за одним столиком обсуждали и назвали сегодняшний вечер «Вечер правды». Почему правды? Потому что вот то, что мы с вами смотрим на экранах, читаем в интернете, понимаете, это всегда обрезанная версия. Это версия, подогнанная под какого-то конкретного автора, под какой-то коллектив, под каких-то продюсеров, которые считают, что нужно эту историю рассказывать в таком-то объеме, вот под таким-то углом. И только вот настоящие свидетели, они могут рассказать ту настоящую правду, которая вот, собственно, была в жизни. В этом смысле Владимир у нас просто бесценный свидетель. Я считаю, что у нас у всех замечательная возможность сегодня послушать его, задать ему те вопросы, которые у каждого из нас в головах накопились. Так что не стесняйтесь, обязательно у каждого сегодня такая возможность появится. Самое главное, не упустите ее, потому что не так часто можно с Владимиром вот так живую в одном кафе посидеть. Сразу хочу поблагодарить, помимо того, что он приехал к нам приехали ребята из Кыштыма, из Челябинска, вот земляки, которые немножко ближе к месту событий, которые тоже нам наверняка расскажут какие-то интересные детали. Хочу поблагодарить замечательное наше кафе «Хоровац», который уже не первый раз дает нам такую площадку для вот такого таких маленьких личных таких наших событий, которые вот в приятной обстановке, с хорошей кухней можно посидеть. Ну и много среди нас, я вот вижу, много знакомых лиц, тут и музыканты, и уфологи, и журналисты. Ребят, спасибо большое, что вы все пришли, что вам тема самого карлика, тема вообще аномального в нашей жизни, она очень интересна. Вот посмотрите, головка состоит из четырех костей, острые грани такие были, не соответствуют человеку. Если это не человек... Что это? Бендлин начинает свое расследование с допроса человека, который передал тело. Владимира Найденова. Тот утверждает, что нашел его в квартире старушки по имени Тамара Просвирина, известная как Тамара Старшая. Бендлин посещает запущенную квартирку на краю города. Он узнает, что Тамара Старшая в больнице, в тяжелом состоянии. И этой ветошью укрывали Алешеньку. Лишь один человек может подтвердить это. Тамара младшая. Я подтверждаю, это она. Он завернутый был. Ну, как она, как ребенка заворачивала, да, заворачивала она его. Платок в какую-то там полученицу заворачивала. Их нет в отделе. Убедившись, что предмет подлинный, Чернобров везет ветошь в Москву для анализа. Ну вот такой достаточно неплохой фильм от канала Discovery. Я бы хотел сразу обратить внимание, Владимир, что, конечно, есть в фильме некоторые смешные неточности. Допустим, ну вот Владимир Александрович Чернобров, тут назван журналистом, репортером, вот они еще блогером бы его назвали.
то есть ни слова об его уфологической деятельности. Такие слова, как ветошь вместо плащаницы, упоминаются. Ну, это, конечно, такие мелкие неточности. А Владимир, вот насколько все-таки соответствует снятый фильм реальным событиям? Ну, трудно сказать. В принципе, несоответствие гораздо больше, в общем-то. Здесь изложены события неверно немножко. Но в целом, конечно, все так. Вот. Единственное, если поправить немножко, что фамилия не Найденов, а Нурдинов. Этот молодой человек поменял сейчас фамилию, он теперь Дайбов. Не знаю, с какой целью сменил фамилию. Вот. Потом, опять же, это не его квартира, это квартира вот этой женщины. То есть, и он меня туда не приглашал. Получилось, как мой напарник расследовал уголовное дело по хищению медного кабеля. И фигурант, вот этот самый молодой человек, Владимир Нурдинов, показал ему у себя дома вот эту мумию. Ну и возбудить уголовное дело не получилось в силу многих причин. Но в основном это были 90-е годы. Тогда все мало понимали, что происходит, что надо делать и что и как. Вот. Ну хотя существует такой принцип, что любая информация подлежит регистрации, фиксации и тщательной проверке. Но вот почему-то начальник милиции запретил регистрировать данный материал. Но мне он мотивировал это так, что я не хочу выглядеть вот плохо, потому что, ну, это клоунада какая-то, ты еще бобра принеси или там кошку. Но хотя он удивился, говорит, это что такое? Но одно дело, знаете, изображение смотреть, другое вот эту мумию держать. Но вкратце могу еще сказать, дополнить, то есть как бы картина еще не полная, если вот не знать еще некоторых тонкостей. Здесь ни слова не сказано про запах, то есть это совершенно не белковый запах абсолютно, то есть это я под любой присягой это готов сказать, просто такой запах я никогда в жизни не встречал, то есть это настолько знакомый вот этот белок, когда вот на происшествие выезжаешь там. Тем более, если что-то мумифицированное обнаруживается, это не к столу сказано, конечно. Ну, все мы знаем, как это все, какой это запах. Но здесь был совершенно такой запах необычный. Я даже вот его затрудняюсь сказать. Единственное, вот на ТНТ экстрасенс Джулия Ванг сказала, что она как парфюмер может описать этот запах. Но она вроде как сказала, что она его чувствует. И сказала, что это какой-то мускус, сладковатый, тошнотворный такой. Ну, в принципе, что-то, я думаю, ну, можно так, с натяжкой вот это вот принять такое. И вот что характерно, значит, тоже у Шепелева Дмитрия, там один мужчина возразил, что мумия могла быть обработана каким-то веществом. Но я такого вещества не знаю. Я прекрасно понимаю, что можно обработать там чем-то. Вот. Единственное, когда я работал с эпоксидными смолами, вот что-то отдаленно, прямо вот так тонко-тонко, вот на один оттенок напоминало вот этого запаха. Вот отчасти. Что-то, ну, прямо это. А присутствующий там молодой человек, ну, он сейчас, к сожалению, умер. Какая странность, все поумирали уже, очевидцы. Вот, кроме Нурдинова, меня. Вот этот, значит, человек сказал, что, говорит, каким-то одеколоном пахнет. То есть, ну, в принципе, вот саму мумию, когда я в руки брал, я как-то себя немножко настроил на это дело. Ну, в общем-то, в силу специфики своей работы, ну, вы можете все представить, да, что каждый нарабатывает себе свои какие-то там приемы, методы в работе. Вот токарь, например, резьбу уже, скажет, метрическая, дюймовая там резьба. Так и здесь, в общем-то, приступаешь, когда к осмотру места происшествия, как-то себя от всего избавляешь и как бы беседуешь со свидетелем, с главным, то есть с предметом, вот, который тебе расскажет столько, что ни один человек тебе не скажет, потому что, ну, все субъективно воспринимают. Два человека об одном и том же расскажут так, что по одним показаниям человека сажать надо, по другим его надо орден дать. Вот. И, значит, такая ситуация, я когда взял его в руки, и тогда еще ощутил, знаете, вот такое расстройство мужичка, может, так бы это называется. То есть,
тошнота такая, головокружение легкое такое, тонкое. Вот как на карусели покрутишься, вот в детстве все помним такое, но не сильно, не до такой степени, что уже, а вот слегка и уже как-то неприятно становится. Вот такой вот момент проскользнул, такой, ну, достаточно тонкий. И потом как бы, ну, я его воспринял сразу как-то это, ну, скажем так, как чужого. Вот. Ну, хотя, следуя следственной практике, никаких вот, скажем так, мнений не берется во главу. Берутся сразу две разных версии, допустим. Одна за, другая против. И исследуются досконально, пока не получит человек достоверные, достаточные, допустимые доказательства, которые скажут уже все, вот именно вот так и было. Ну, чтобы еще проиллюстрировать, чтобы понятно было, вот, например, да, ситуацию разберем коротенько. Человек провожал там товарища на пенсию, не пьющий, пришлось выпить, шел дворами, услышал крики о помощи, выбежал, увидел мужчину с ножом в груди, вытащил нож. Тут наряд ППС, из крыши человек кричит: я видел, он его ножом ударил. Что еще надо, да? Задерживайте, оформляйте, все. Эта версия как бы уже, ну, не требует доказательств, она уже заведомо так априори доказана. И в то же время, допустим, несмотря на это, исследуется презумпция невиновности. То есть человек невиновен, пока мы не докажем обратно. То есть делается поквартирный обход, устанавливается, ага, в это время слышались крики за гаражами какие-то, а этот мужчина шел с остановки, допустим, там уже кричали о помощи, вот уже, допустим, момент, ну и пошло и поехало, разматываем, и выясняется, что человек невиновен. Так и здесь. То есть версия о том, что, допустим, Алешенька, это выкидыш, она не требует доказательств абсолютно. Ну, по-другому просто не бывает, допустим. А вот версия, что это что-то другое, какое-то существо, она как бы, ну, как возмутительно кажется некоторым людям. Ну, люди набили знаниями головы, говорят: вы что, вы проверьтесь у психиатра. Приходилось объяснять, но я, наверное, 4 или 5 раз ездил в психофизиологическую лабораторию, когда поступал на службу, когда офицерское звание присваивали, когда поступал учиться и когда устраивался работать следователем. То есть каждый раз проходил такую сложную проверку и всегда, ну, на ура, на отлично. То есть я людям объяснял, что в принципе, ну, не надо так говорить, пока нет каких-то сведений. И вот, значит, я начальнику милиции это и говорю: давайте все же проверим, потому что, ну, нельзя так это на самотек бросать, иначе как бы факт-то неизвестно. Завтра прокуратура скажет, где тельце, почему не возбуждено дело. Он говорит: занимайтесь своими делами, сколько у вас дел в производстве, сколько там арестантских дел, ну и прочее, и сколько вы в суд направили. Ну и в итоге, конечно, превратилось в то, что я сам себе таких серьезных врагов нашел в лице руководства. Ну, не будем говорить, конечно, плохо, потому что мне один человек сказал, что существует, ну, возможно, существует какая-то ведомственная инструкция, что подобные факты надо как бы сразу с глаз долой, и потом, соответственно, они как бы втихарятся любым способом, и их вроде как не было. Но это не значит, что эти факты никто не следует, не изучает. Но будем надеяться, что это так. Но в итоге получилась вообще ситуация анекдотическая. То есть я принес эту мумию домой. Я, ну, забрал, соответственно, у этого мужчины, у парня от этого, эту мумию, поскольку он хотел ее продать. Принес домой, поскольку я опасался, что она может испортиться, разложиться. Я, конечно, ну, скажу так, я очень переживал, что он ее испортил, что он взял тельце-то, которое было, ну, там все видно было, что не имеется ни пуповины, ни половых проходов, не имеется, в общем, ну, и форма тела была уже, как бы, так скажем, еще понятна. То есть, а он взял, засушил грубо так, на солнце бросил на доску, как он объясняет. То есть, позвоночник увело вот так S-образной формой он стал, в двух проекциях причем, вот. И в итоге, конечно, получилось так, что мы утратили очень серьезные, так скажем, вот такие данные, на основании которых можно было что-то еще дополнительно раскрыть, уточнить. Вот. Ну и я, значит, в частном порядке попытался это все продвинуть. А мумию принес домой, поскольку некуда было деть, я положил ее в морозильную камеру.
То есть дома, соответственно, представляете, что у меня было там с супругой? Она говорит, ты еще бы действительно что-то принес такое-то. Вдруг там патогенная среда, вдруг там штамм какой-нибудь, вирус или спора какая-нибудь. Не сегодня, завтра все начнем болеть, неизвестно от чего там, да мало ли это. Но она, кстати, тоже восприняла его как это чужеродный какой-то, вот, скажем так, организм. И, в общем-то, все бы тут нормально было, но вот она сказала, убирай куда хочешь, это не должно в доме быть, у нас ребенок маленький, все, иначе это, как бы, ну, в общем, будет каждый день разговор неприятный, и вплоть до того, что, как бы, ну, нехорошие последствия могут быть. Ну, пришлось мне, конечно, напрячь все возможности и силы. И вот парень, который снимал на видео, Жамалдинов Раис, к сожалению, умер. Онкология. Вот. Он сказал, что он нашел вырезку газетную НЛО «Контакт» по методу Золотова, город Каменск-Уральский. Ну, вот он туда созвонился, эти люди приехали, соответственно, представились серьезными, скажем так, исследователями. Показались нам такими романтиками, вообще, которые готовы, ну, вот ради раскрытия этой тайны, ну, все, как говорится, все употребить связи, свои возможности. Вот. А в силу своей работы у меня было более 25 уголовных дел в производстве. Причем все основные многоэпизодные, сложные, такие, что не то, что там куда-то отъехать, но даже за черту города-то не покинуть, просто постоянно. И у меня была специализация еще расследование мышечных поджогов, расследование незаконного оборота наркотиков. Мне еще и подсунули вот эти антиквариаты, иконы. То есть я вообще был завален. То есть я даже собирался, допустим, с семьей какой-то выходной провести. Меня вызывали тупо вот куда-то на происшествие. Я там проводил полдня, другие полдня уже я занимался собранным материалом, регистрацией и прочим. То есть фактически у меня не было физического времени на то, чтобы вот эту проблему двигать. Ну и пришлось с ними согласиться. Я попросил единственное, говорю, вот я, конечно, считаю, что, ну, тогда в людей я верил вообще, что не может такого быть, чтобы взяли и человека вот так обманули. Я говорю, вот нужен будет протокол исследований, а именно должно быть фирменный бланк учреждения медицинского или там научно-исследовательского, должен быть, значит, должны быть забиты реквизиты все, там электронного адреса тогда не было, юридический адрес, номера телефонов, руководство там, вплоть до того, что, значит, там, как они это, регистрируются в реестре, там, каком-то там номера вот эти, потом дата, время, значит, место, кто проводит, ученая степень, стаж работы, квалификация, и лаборанты, там список их тоже, и прочее, и прочее. И пошагово, допустим, брали оттуда-то ткани, помещали в такие-то, значит, растворы, в такие-то хроматографии, ну, и полностью расписать, чтобы все это, говорю, вот только так, на этих условиях. Должна быть обязательно печать, подпись, и это должен быть экземпляр. Это не ксерокопия, не какой-нибудь ротопринт тогда. Вот, на этом вроде бы мы согласились. Поскольку у меня официально ничего не заведено не было, я и фактически не имел права передавать, потому что не сегодня, не завтра инициируют расследование, допустим, спросят, а где мумия? Я буду говорить, так вот, я отдал людям, у них юридический адрес, город Каменск-Уральский, вот их телефон, вот их там офис, ну там все было, вот, адрес был подлинный, там проверялось все это дело нами. Вот. Ну и, соответственно, я им вручил эту мумию, вручил негативы, вручил фотографии. До этого я его снимал на служебный фотоаппарат, черно-белый «Зенит». Вот, все это передал. Но часть негативов у меня оставалась. Парень потерял этот фотомастер, которому я доверил. Тоже понадеялся не на того человека. И как в сказке, все кануло. В общем, никаких ни контактов, ничего. Единственное, я дозвонился до них. И они мне ответили, что да, вы знаете, это не человек. Это очень серьезное такое будет открытие, скорее всего. И мы вас приглашаем, приезжайте, мы вам третий глаз откроем. Мы с вас недорого возьмем. Я говорю, ну зачем вы так говорите, это тоже. В принципе, я хотел бы именно вот получить документы и все прочее. Но вплоть до того, что мумия обратно.
Они говорят, приедет сам Золотов именно по этому факту. Наш куратор вот, будет очень серьезная там как бы научная конференция. Вот, все. И потом раз, как не позвонишь, ну, уже начали включать дурака, скажем так. Потом попросил парня одного, который, ну, я учился здесь в Свердловске, по маршала Жукова 4А у нас школа была. Вот, заочно учился. И на моем курсе тоже парень был с нашего потока. И вот он говорил, я встречался с этими людьми, пытался как бы, ну, на них надавить, что вы делаете, ну, типа это. Они мне такого там наплели, говорит, знаете, я даже, говорит, затрудняюсь, эти люди адекватны или нет, потому что такое нормальный человек не будет говорить. Но я так понял, вот этот, типа, инцидент с тарелкой, скорее всего. Вот. Ну, думаю так, что если бы все-таки это был бы, допустим, такой тривиальный выкидыш, то, скорее всего, бы это бы, ну, сделали анекдотом. Или какой-нибудь смешной истории. Это было бы обнародовано. Не бобром, да? Да. Да, тут бы, конечно, бы и посмеяли, и все, не приминули бы. Никто бы это не обошел бы вот этот момент. Но здесь мы имеем дело, что все так было скрыто, и все концы в воду спрятаны, и совершенно, так скажем, все затихарено было. И вот что интересно, на протяжении всех, значит, вот этих годов, пока Тамара Николаевна Просвирина, ну, она была самая адекватная из этих людей, потому что люди там были, скажем так, бабушка была психически больная, вот, сын у нее сидел там, ну, он, конечно, не видел, вот, был сожитель Наговский Вячеслав у вот этой вот Тамары младшей, вот, он тоже, значит, пытался там что-то рассказывать, но, судя по всему, часто человек употреблял спиртное, и как бы ему, его словам доверия трудно было, скажем так, вызвать. Вот. А сама ситуация еще, скажем так, это была съемка сделана по горячему следу. То есть вот стал известен факт, допустим, и у нас, ну, есть, допустим, несколько часов там, чтобы его объективно зафиксировать. С каждым часом все теряется одно, теряется другое. И люди начинают что-то домысливать, конструировать и как бы в свою пользу обращать, что-то там менять. Вот. А тут все было неожиданно. Все получили повестки на одно и то же время. Значит, они прибыли, ну, думали, что это по Сергею, вот, по мужу вот этой Тамары, который сидел за кражу. То есть наверняка очная ставка или что там, или вновь открывшиеся обстоятельства. Их приходят, видят видеокамеру. А на тот момент, знаете, только видео только появилось. И это был такой шок для людей. Вот они их дисциплинировали, они понимали, что сейчас люди отмотают и посмотрят, допустим. И мы тоже сегодня снимаем, потом отмотаем. Да-да-да. Посмотрим. Простите. И, в общем-то, это. Еще был такой момент в ходе одного инцидента. Меня получилось убедиться в том, что вот именно Тамара Николаевна, младшая, она даже во вред себе говорит правду. То есть патологически такая честная женщина. В общем, получилось так, когда ее мужа привлекали еще только, он еще не был осужден, он находился под следствием. И он сказал, я не совершал преступления, у меня алиби, жена подтвердит. Ее пригласили, ей объяснили, что мы на вас, конечно, давить не можем. Ну, вот, имейте в виду, что надо объективную истину установить по делу. Вот, ваш муж заявляет, что он был с вами, а она перед этим просила, отпустите на подписку, дайте условно, там, адвоката мне государственного найдите, там, чтобы, ну, заплатить не может, чтобы, ну, не лишайте свободы, он же кормилец, я же там сама-то пропаду без него, вы что делаете там, да я на вас пожалуюсь. А тут она говорит, ну как я вам буду врать, если его не было? То есть, представляете, человек такой, ей только одно слово, да, дома был. И вот, может быть, это алиби не удалось бы опровергнуть, и он бы остался на свободе, человек, был бы оправдан. То есть, представляете, какое она это решение приняла, то есть она сказала тогда правду в ущерб совершенно своей семье. Вот. И на тот момент прошло не совсем много времени, ну, может быть, год, полгода, вот так,
даже меньше, может быть. Вот. И как бы еще тут видеокамера, и я ей задал просто вопрос, сказал, не беспокойтесь, здесь ничего такого нет, просто мы вот выясняем, расскажите все, как было. И вот что она рассказала. Она работала на вахте у геологов поваром в поселке Потанино, это там недалеко у нас. Вахта две через две недели. И, в общем, это было в июне или в июле. То есть съемка была 13 августа 96 года, а это было за месяц до того. То есть даже получается, да, примерно где-то за месяц. То есть она пришла к своей свекрови, и та ей показала вот этого живого Алешеньку и сказала, что он у нее, около недели уже живет, что он... И тут она сказала, что нашла его в лесу, за колодцем. Пошла за водой в лес набрать, а там недалеко, собственно, этот колодец находится, буквально за школой. Там школа, и в лесном массиве метров 150 этот колодец. И за колодцем, говорит, метров 30 она услышала какие-то взвизгивания или шум. Подошла и вот под деревом его подобрала. Поскольку потом в психбольнице это сама старая просверина сказала, что она нашла на кладбище, то есть, тут возникло несколько вариантов, что она все-таки была под лекарствами, во-первых. Во-вторых, она в присутствии лечащего врача, женщины в форме, жена Жамалдинова Раиса, пожарный инспектор, приехал в форменной одежде. Говорит, у нас мы расследуем дело, мне надо записать ее показания. То есть женщина была напряжена. Она, хоть несмотря на то, что, человек неадекватный, некоторые вопросы она даже в шутку превращала. Ее спрашивали, почему же вы не заявили, что нашли это существо? Она сказала, как это я не заявила? Я его даже прописала. Да. На свою фамилию. Все, тут, говорит, какие вопросы. То есть здесь... И потом нашли фельдшера скорой, которая забирала эту женщину. Эта женщина, как бы, сохраняя честь белого халата, скажем так, как ее судить, сказала, что видела запеленутую кошку. Это мне напарник рассказал, Женя Мокич. А впоследствии она уже стала говорить, там какая-то мертвенькая чучелка была, там кукарачка неживая. То есть, все очевидцы утверждали, что видели его живым. Соответственно, это все проверяется на месте легко. То есть я выехал на этот адрес тут же, прямо из кабинета, как закончили запись. Зашли в эту квартиру, там опять вот этот запах, такой стойкий настолько это... я даже там сказал бы, это не запах, это запахан. Он вообще такой, что оттуда можно было выскочить пробкой. Вот. И там, где лежал этот Алешенька, там был матрасик с потеками бурыми какими-то. Там были куколки какие-то, как рисовые зернышки такие. И что характерно, была, вы видели сами, тарелочка синего стекла с остатками каши засохшей. То есть, по сути, кормление там было, как ни крути. То есть, никто мертвое существо кормить не будет. То есть, там и на ткани, там были следы кашицы тоже, кто-то подтирал. Вот. Потом, еще какое обстоятельство говорит в пользу. Я сделал поквартирный обход и познакомился с соседкой с первого этажа, Наумовой Тамарой. Кстати, все женщины-контактеры носят имя Тамара. И везде присутствует цифра 13. А в Кыштыме вообще распространенное имя Тамара? Не сказать. Нет, то есть это редкий случай. Да. Вот. Значит, Наумова Тамара, она рассказывала. Я, говорит, ухаживала за этой женщиной. То есть ей отключили газ, раз она психически больная женщина. Вот, она ходила готовить к ней. А перед этим, когда она с Алешенькой пришла, ее не было дома трое суток. То есть она пропала вообще буквально на трое суток. И она не могла быть у родни. Там сын сидел, свекровь, сноха, у геологов была на вахте. То есть она пошла в сторону леса, туда, в сторону колодца. И через трое суток только оттуда идет. А у нее квартира на первом этаже. И прямо, как на ладони весь этот двор, и вплоть до этого, до нужного места, тропа, эта вся, до леса.
То есть она, говорит, идет, как будто вот только что вышла прогуляться. Не было трое суток. Она бегала, ее все время проверяла, в квартире искала. Ее не было. И, говорит, в платочке вот этого принесла черта, говорит. Она, говорит, как развернула его. Ну, говорит, он, я его увидела, я говорю, убери сейчас же его. Он, говорит, серый весь, то есть глянцевый какой-то. И глаза у него такие, говорит, что это, ну, как из преисподней откуда-то. Ну, такое существо. Ей он не понравился. Вот. Но она ходила, говорит, и готовила все подряд. Картошку, кашу, все смешивала вместе. То есть крупы варила с картошкой, бывало. В общем, ну и кормила его тем, что сама ела. То есть, как бы, неразборчиво так. Вот. И что интересно, вот, у него не было выделительных органов никаких, но в то же время он как пищу принимал. Но когда начали спрашивать поподробнее и младшую, и ее, он говорит, выделял какую-то прозрачную жидкость на кожу. Она ее стирала вроде. И она его даже купала и пыталась, она думала, у него шапочка на голове, она ее пыталась снять у него. Кстати, вот давайте еще раз обратим внимание на реконструкцию вот эту. Рисунок выполнен Вадимом Чернобровым, известным уфологом российским, которого, к сожалению, безвременно ушел от нас в прошлом году. Вот поскольку вы Вадима лично знали хорошо, знаете этот реконструкцию туда, насколько точно она отображает, вот, по вашему мнению, реального Алешу? Ну вот, судя по мнениям очевидцев, что, ну, это практически 95-96%, ну, если не больше. То есть Вадим Александрович, он прямо это очень тщательно под запись все это всех расспрашивал. И вот когда он выполнил вот эту вот зарисовку, прямо это как бы все люди, которые видели его, а было их тогда на тот момент, была еще такая Глазырина Нина, она в гости приходила к ним. И его мельком видела, то есть, и она подтверждала, и, в общем, в принципе, вот именно такая реконструкция. И к тому же, вот, Нурдинов Владимир, ну, он сейчас Дайбов, он сейчас ныне живет и здравствует, вот он, кстати, тоже говорил, что он очень похож, но он уже умершим его видел, собственно говоря, только, но тельце-то было как бы не нарушено, вот. Ну, еще одна деталь здесь, как бы такая, как сказать, когда уже все, казалось бы, действительно, ну, все концы потеряны, Вадим Александрович действительно человек был, на самом деле, это, ну, скажу так, гениальный, нисколько не это, он говорит, должен быть генетический материал, он должен остаться в любом случае, ну и там даже как бы получилось... Интересно так. Я вот сколько раз смотрел на эту картинку, если бы вот сейчас с тарелочкой это найти, этот фрагмент. А, ну здесь, наверное, не очень видно. Там даже вот простынь сложена в форме черепа. Но это, конечно, скорее всего, случайность. Вот. Но Пауло Коэльо говорил, везде расставлены знаки для видящих. Обращайте внимание на путеводные знаки. Ну и как-то параллель провел и думаю, вот ищи на ткани. Как вот вроде бы. А Вадим Александрович сразу вот это, ну, интуиция у человека мощная. Он говорит, мне нужно вот любой материал, который касался вот этого существа, желательно при жизни. И вот получил вот эту плащаницу, которую Лешеньку заворачивала Тамара Васильевна, да, Тамара Васильевна. Вот. Тамара Николаевна отдала ее сноха. Вот. И впоследствии он тогда написал по электронной почте сначала, потом звонил, потом говорил, вообще фантастика, говорит, там найден вот этот вот ген, который, ну, нигде, никем не распознан. Это же вообще, говорит, находка это. Вот, потом он привозил даже вот материалы там, как это называется-то, документ. А, вот, да-да-да. Вот, так что, ну, в общем, я думаю, вот все, что может как бы касаться вот этой темы, ну, я изложил. Вот сейчас бы передать слово. Ну, безусловно, сегодня все смогут задать вопросы, высказать свои предположения. Но вот я сходу бы, знаете, после вот вашего очень интересного рассказа задал бы пару вопросов. Во-первых, по тому, как, при каких обстоятельствах происходило вот это исчезновение тела,
Ну, это отдельно просто. Там даже есть у нас определенная версия, которую мы хотелось бы чуть позже обсудить. Ну вот, вопрос первый, это по запаху. То есть запах, как мы уже у вас услышали, был действительно сильный, стойкий. И, по-моему, вы упоминали, что в течение месяца он в квартире продолжал стоять. Все верно? Да, он причем был такой плотный. Такое впечатление было, что он там упругий какой-то такой, вещественный, скажем так. Настолько был, вся квартира была пропитана вот этим запахом. Что там даже есть фраза вот этого, как он, оператора, что одеколоном каким-то пахнет странным. Понятно. То есть это первое, что вас удивило, да, вот, ну, одно из первых таких вещей. Понятно. Дальше вопрос. Вот вы ведь вместе с Вадимом участвовали вот в нескольких даже экспедициях, да, вот связанных с Кыштымом и с этой историей. Что-то у вас во время этих экспедиций лично вас настораживало, удивляло, обнаруживалось? Ну, скажем так, у нас как бы отношение к милиции в поселке было такое напряженное, что люди, нам там даже понятых невозможно было найти, там такая круговая порука. Вот. А Вадим Александрович, он так всех расположил, что там сразу он принес информацию, говорит, что это существо было не в единичном экземпляре, что были очевидцы, которые видели это существо. Но я сам разговаривал с женщиной. Единственное, я ей только клятвенно пообещал, я говорю, ни при каких обстоятельствах, вот пока от вас не получу добро, я не скажу, кто вы и что. Ну, если вот вдруг будет необходимость, я только скажу. В общем, она работала, ну, скажем так, на государственной должности и выдавала зарплату. А тогда выдавали наличкой, карточек не было. И сидела на кухне, она пересчитывала эти деньги, чтобы, ну, кому сколько там по ведомости. Вот. И тут обратила внимание, что вот как раз это было в то время, когда эта Тамара Васильевна ходила с этим свертком по поселку. Вот она говорит, видела вот такое же вот существо у себя в квартире. И говорит, потом кто-то постучал или что, вот я сейчас к своему стыду, я, раз она мне запретила, я не стал это записывать. И, естественно, на видео она не разрешила записать и не документировать никак, ни в блокнот, никуда. Вот я, к сожалению, точно не помню, но какое-то обстоятельство помешало ей долго смотреть на это существо. И когда она опять перевела туда взгляд, никого не было. То есть, ну, такой человек, я ее, эту женщину знаю, моя жена ее хорошо знает, она просто, она попросила, говорит, я не хочу выглядеть просто сумасшедшей. То есть доверие она заслуживает, да, это точно. Соответственно, можно считать, что был вот второй случай, да, появления аналогичного существа. Насколько позже это случилось у нее? Ну, это вот можно соотнести именно только с тем периодом, потому что она сказала, что эта женщина как раз выходила на улицу гулять с этим свертком, говорила, что у нее ребеночек, ну, никому не показывала, соответственно, нельзя, говорит, поглазите там туда-сюда, вот. И вот в это время как раз у нее такой был в квартире инцидент. Ну, я бы как употребил все свои, как эти, скажем так, возможности, я говорю, это необходимо, просто поймите, никто не будет. Давайте фамилию не будем озвучивать, давайте зафиксируем, давайте лицо так скроем. Она говорит, ну вот эти вещи так выглядят не совсем хорошо, когда лица нет, там и не адресно это все. Зачем это вам? Я просто, раз уж вы этим занялись, я, ну, что я буду скрывать, говорит, я вас знаю, знаю, что вы как бы вот свое слово держать будете. Вот поэтому, ну, она мне рассказала. Ну, якобы с Вадимом тоже у нее был диалог. И вот, кстати, если, как говорится, Георгий знает эту тему хорошо. Хорошо. Еще, знаете, вопрос какой? Вот про второй случай, получается, вы лично знаете, но есть версии, что были ведь еще аналогичные существа в окрестностях. Ну да, Вадим потом рассказывал, что, в общем-то, там были еще существа, или дети в них камнями кидались, или даже... стрельбу открыл сотрудник милиции.
Ну, как бы, вот насчет стрельбы я затрудняюсь, потому что патроны списать тяжело, это все равно был бы рапорт какой-то там. Вот, левых патронов, конечно, тогда было у всех в наличии, но вот не скажу точно. Как, потому что сам я не имею права такую информацию как бы интерпретировать. Я ее так услышал, но то, что вот слышал, то могу передавать. А так, ну, вполне допускаю это, в принципе. Ну да, соответственно, один случай — это аномалия, два случая — это уже какая-то закономерность. Соответственно, ну, могло вот и дальше пойти, то есть третий там. Дальше. Да, но тут еще вот буквально в 17-м году, опять же 13 августа, какое число, как бы это, молодой человек обратился, сказал, что у него есть мумия, тоже существа, но там, знаете, вот сантиметра 4 существа засушено. Ну, человечек, бельчонок, там, птенчик, непонятно. Вот, но он объясняет, что это был человечек, он был живой, он его нашел в лесу, перед этим видел объект неопознанный, пошел в том направлении, а это опять же таки в сторону Калинового, там высоковольтная линия, железная дорога, вот, это до сих пор существо у него, но он как бы говорит, я его назвал Максимка, раз такая традиция, такие существа у нас все имеют, как говорится, не обезличенные. Ну, кстати, да, и вот эти импортные, это с Discovery, это сотрудники, которые снимали, но Джон О'Махони, который снимал вот это все, он говорит, у вас такая странная традиция, говорит, пришельцев называть своими именами, там все, принимать их в семью. Я говорю, да, а что в этом плохого? Только одна страна, только один народ может. Ну да, если вспомнить голливудские фильмы, там у них IT, да, аббревиатура, Альф, тоже, в принципе, по первым буквам слов. А имен-то действительно... Да-да-да. Нет. Есть такой колорит. Хорошо. Вот я, знаете, еще хотел бы сказать, что помимо вот непосредственно истории появления самого тела, не существа, да, живого, потом его смерть, не менее интересно именно, как происходило исчезновение. Вот вы уже рассказали, да, в общих словах, но... Насколько я помню, вот мы с вами более детально, когда беседовали в Кыштыме, ведь вот эта Звездная Академия, Борис Золотов, да, упоминаемый, руководитель этой странной такой, то ли организации, то ли секты, правда, что приезжали за телом две машины, две черные машины? Да, то есть приехала совершенно такая новенькая лакированная BMW. На тот момент, это 96-й год, да. Это тогда считалось, ну, верхом роскоши. Это... Новенькая BMW, это было выше, чем роскошь. Да, да, тут и ребята были все в таких костюмах, у них профессиональная аппаратура была. Просто мы там были в шоке, потому что мы, как бы, у меня велосипед единственный был из транспортных средств. А он правда красный был? Нет, тогда был такой, сейчас красный у меня. Ну, у меня давно, лет уже, наверное... Может, 10. Ага. То есть была черная BMW, а вторая машина была... А вторая АК, ну, новенькая. А какого цвета она была? Тоже черная. Тоже черная. Вот на что я и мои коллеги вот из РУФОРС, Русской Уфологической Станции, на что мы обращаем внимание. Если я в чем-то ошибусь, вы меня поправьте тогда. То есть, значит, город Каменск-Уральский, да, в нем существует какая-то звездная академия. Кто они, чем они занимаются, мы не знаем толком до сих пор. Ну, пока предположение, что были журналистские расследования, предположение, что это какая-то странная секта. Значит, секта приезжает за телом, предположительно, инопланетянина. Приезжают они к вам через 2 часа после звонка. Да, все верно. Сказали, может быть, в течение 2 ближайших дней мы приедем. Ну, сейчас наш оператор поработает, типа, дистанционно. И если информация стоящая, ну, как только освободимся у нас, так мы люди занятые, ну, мы к вам приедем в течение 2 суток. А тут не проходит 2 часов. Во дворе 2 машины. То есть, представьте, ну, расстояние из Каменск-Уральского до Кыштыма, ну, наверное, за 2 часа преодолеваемо. 1,5 часа. Но вопрос в чем? Вопрос в другом. Никто никогда, вот я не знаю, ни в Москве, ни в Екатеринбурге, нигде с такой быстротой... Это собраться надо, да. Во-первых, представляете, звонит незнакомый человек и говорит, у меня тело, ну, кого-то там, да? То ли бельчонок, то ли бобр, то ли инопланетянин. Ну, понятно, что это может быть интересно, но когда это даже соседним, допустим, на соседней улице, ну, сколько ты там будешь собираться идти? Да. Из Каменска-Уральского приезжают люди на 2 черных машинах, причем странных машинах, да? Через 2 часа приезжают, забирают. Значит, дальше, на что мы обратили внимание вот по этой истории? Вот вы же,
ну, давайте так назовем, вы были опытная рыба. Ну да, не сказать. То есть вы были в звании майора, да, тогда? Капитан. Капитаном были. Ну, капитан это уже не лейтенант, это да. уже опыт определенный. У вас было там и порядка 25. И тогда звания так не давали, как сейчас, и заслужить надо да, было. Да, собственно, и сейчас тоже каждый год. Нет, сейчас подходит срок, и если потолок, то дают. Ага. Ну, то есть я обращаю внимание, что Владимир уже находился в достаточно хорошей форме, как сотрудник правоохранительных органов. И я-то вот тоже знаю немножко, что такое практика вот таких органов. То есть бумаги, 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 да? То есть все сопровождается протоколами, актами. И вот получилось так, что у вас на руках не оказалось никакого документа. Ни одного свидетельства. Да, конечно. Причем они снимали все на видео и сказали, ну вы не беспокойтесь, вы получите копию. Они вас успокоили, вопрос да. в чем? И потом я сам видел, что горит этот красный глаз. Я сам заглядывал, там съемка идет. Потом они при мне эту кассету, не извлекая, отмотали. Говорят, смотрите, странным образом запись пропала. И там вот этот белый шум, и ничего. Я говорю, ну знаете ли. Тоже любопытный штрих. Но самое главное, что... И вот вы, получается, я сейчас объясню, почему я это все говорю. Вы отдаете им это тело без малейших подтверждений, что оно было у вас взято. То есть, ну, то, что они там обещают, это одно. Но мы все знаем, что в милиции никто на слова не поверит. Ну, да. То есть, есть проблема, она как-то фиксируется документально. Знаете, вот у нас сложилось ощущение, что это был какой-то элемент или даже прямая система гипноза. Потому что я не исключаю, потому что они вообще так покорили. Вот. Да, смотрите, они к вам быстро приехали, да, визуальный эффект, машины, там, люди, там, да, камера. То есть все направлено на то, чтобы вот такая, знаете, ну, какой-то степени цыганская манера голову закружить, и человек перестает понимать, как они да. деньги, да, забирают. Иначе, смотрите, на всех уровнях идет осмеяние, то есть вплоть до того, что начальник милиции, ну, вот эта женщина, врач Ермолаева, там тоже вся больница смеялась там, ну, за исключением патологоанатома и вот фельдшера морга, которая 18 лет стажу, имела право подписи и прочее там. Ну, в общем, и в это же время люди говорят, да вы что, да не обращайте внимания, все через это прошли, это для науки, что да, есть мы у вас, не беспокойтесь, да вот, мы вам все. Вот классический пример, как войти в доверие к человеку, да. сказать, мы те, кто тебе нужны, мы единственные, кто тебе поможем, да? Да. Соответственно, вот тело исчезло не просто так, это была спецоперация. Вот со стороны выглядит именно так. Ну, похоже, в принципе, потому что еще вот такое обстоятельство, еще вот это существо находится дома. Ну, кстати, забыл сказать, пока оно находилось у меня дома, я более 2 часов не мог спать, то есть это без конца просыпался. Если вырублюсь, ну так, как правило, 2 часа, потом сна нету, глаза вот такие вот, с утра на работу. Хочешь, психуешь уже, не можешь найти даже близко там сон этот. Вот. И опять же, как бы интерес вот этот, ну что же это такое, ну как-то же это надо все равно каким-то образом решать. Это без конца вот эта в голове проблема, что надо что-то делать, надо каким-то образом. И тут предлагают вариант идеальнейший вообще. Да что вы сейчас будет на самом высоком уровне проведено исследование. И вы знаете, это научный труд, скорее всего, будет. Это чья-то диссертация, чье-то там открытие. Ну, знаете, как вот этим людям возразить? Они бы вам пообещали, наверное, все что угодно, что там вас на Марс свозят, да, да. если бы это потребовалось сказать. Ну, третий глаз обещали открыть. Ну, третий глаз. Хорошо. Ну, знаете, я вот смотрю, что у нас глаза у всех такие заинтересованные, горячие. Наверное, время вопросов уже подошло, да? Я с удовольствием подойду с микрофоном. Кто хотел бы задать Владимиру вопросы? Еще раз скажу, что это именно вопросная часть, потому что собственной точки зрения, версии вы сможете обязательно высказать. Микрофон вот стоит, то есть чуть-чуть позже. Пожалуйста, мы вас всех пригласим именно с высказыванием своего мнения. Пока вопросы. Да, вот Андрей, пожалуйста. Андрей Гусильников, УРА.РУ. Добрый день. Спасибо огромное. Крайне приятно вас здесь видеть. Взаимно. Да, Алексей, спасибо за то, что вот организовалась такую встречу. Слушайте, ну несколько вопросов, не знаю, вот в порядке или как ли. Один за другим.
Я так понял, что уголовного дела не заводили, а материал какой-то был в милиции? Единственное, я успел взять объяснение и зафиксировать на видео материал. Ну, причем мне видеокамеру отказали служебную взять. То есть следственный чемодан мне не дали. И, ну, скажем так, некрасиво, конечно, тем более за глаза, про своего начальника бывшего говорить. Но дал команду он, что все материалы регистрируют только за его подписью от меня. Угу. То есть фактически, ну, скажем так, не было ничего, только одно объяснение единственное. И то он такое противоречивое. Человек, будучи увлечен там в краже кабеля, скажем так, расспрашивал со мной наскоро, так в перерывах между там основным допросом. Я говорю, ну-ка расскажи мне быстренько там, что было. Он все, что рассказал, пока его допрашивал, допустим, напарник, я записал, он с ним закончил там какой-то вопрос, я говорю, прочти. Раз прочел, да, все правильно, все, допустим, там. Ну, дополнительных вопросов уточняющих не получилось задать. Вот, но я как бы решил так, что все сделает вот эта видеозапись. Пригласил всех, потому что времени был уже ограничен. Это на каждого человека, допустим, по 40-50 минут. Их там было человек 6, допустим, это уже день целый. Ну, чего позволить себе не мог. Вот видеозапись и выход на место сделал. Ну и одно объяснение, скажем так. И потом в психбольнице была снята вот эта женщина. Ну, соответственно, потом японцы, кстати, хотели привести врача-психиатра. Но опять-таки такая ситуация, знаете, это просто, ну, как сказать. То есть мне звонит переводчица и говорит, Огава-сан, ну, этот директор телеканала азиатского, который выпустил фильм про Алешеньку, хотел приехать привести врача-психиатра, причем для русской ментальности нашего и своего, чтобы все это дело, как говорится, с главным контактером поработать. Она дома или в больнице? Я говорю, по всей вероятности, она все-таки дома, потому как сейчас имел место ее как-то видеть в поселке. Вот. И, ну, думаю, да, не будет проблем. И в этот же день буквально, или на следующий, или вот в течение 2-3, слышал по рации, дорожное со смертельным, поселок Калиновый, погибшая просверлен Тамара Васильевна. Ну и буквально следующий звонок, не задержался, я говорю, знаете, уже ехать не к кому. Эта женщина уже, среди живых ее нет. Ну, беседовал со следователем, который выезжал на это ДТП. Но, говорит, она была без обуви. Либо такой удар сильный был, что она из обуви вылетела. Либо, значит, она босиком танцевала на дороге там. Ну, шансов не было. Две встречных машины. Она выбежала как раз либо под одну, либо под другую. Там бычок был и еще какая-то машина, в общем. Перед этим говорили, она бросалась под машины в районе озера Анбаш. Это недалеко совсем буквально. Ну, как бы вот это не проверено, потому что всегда в тот момент, когда надо, никто, все молчат. А спустя время все начинают там рассказывать, но уже с подробностями, с деталями. Вот. Как доверять этим данным, показаниям-то. Вот такая вот... Ага. Еще вопрос. Я, может, кого-то... Добрый вечер, меня зовут Артур. Я хотел спросить, а почему вы называете плащенец материал, который был завернут плащенец? Ну, потому что это термин ввел Вадим Александрович Чернобров. Он как бы сказал, ну, если именовать так ткань, в которую раньше заворачивался там, при жизни Алешенька, можно заменить обычным словом плащенец, совсем понятным, ясным. Пожалуйста, еще вопросы. Да, вот Александр Шейдулин, пожалуйста. Владимир, вот у меня такой вопрос. Когда вы занимались Алешеньки, вот в то время наблюдалось НЛО, там какие-то шары, может быть, какие-то объекты около Кыштыма? Ну, в тот момент я не видел, а вот... Почему, собственно, я и занялся Алешенькой в 1992 году?
Я вообще, сказать так слово, был страшным скептиком. Вот мне пока не покажешь, я не понюхаю, не посмотрю. Я говорю, ну бред. Вы что, такое не... Так не бывает просто, это не научно. А тут дело было так, ну, будучи участковым, в 92-м году наблюдал дважды НЛО, причем вот тот самый нерассеивающийся луч видел. Но оно было размером с дымку-колхозницу. Висело где-то, если так, от меня 45 градусов, допустим, взять угол. И где-то, ну, скажем так, высоту метров 200. Ну, примерно вот так вот, на таком удалении, на расстоянии. Вот. И три светящиеся концентрические, как бы, окружности сзади были. И вот дважды я наблюдал этот объект. Один раз я ремонтировал ночью мотоцикл. Мне к утру надо было выехать, там, задерживать одного кренделя на поселок там. В общем, вот. И надо было к утру мотоцикл сделать, он неисправен был. Вышел, я тогда курил, и депутаты тогда выступали. Сахаров депутат, депутат Пугачева. Вот эти дебаты были в эфире в прямом. Помните, может, кто застал? Я что-то вышел покурить, смотрю, висит какая-то странная такая-то штуковина. Ну ладно, висит, висит. Пошел дальше заниматься. Потому что надо идти спать, быстрее делать. У меня не ладится там, надо было, ну, коробку передач, там столько нюансов. В общем, снова выхожу, спустя, наверное, минут 40, ну, как там время, не смотрел на часы, ну так, по внутренним ощущениям. Этот объект на том же месте, никакого звука, ничего. Потом, спустя время опять выхожу, уже этот прожектор, или там, что там у него, луч вот этот самый. И впоследствии он буквально из большого объекта просто в точку ушел. И вот тогда-то меня прошибло, я думаю, это какие там перегрузки. То есть там живое существо, оно просто, ну, как бы фаршем станет, студнем, там, на молекулы рассыпется, так, раздавит. Потом опять же такую скорость развить с, это, без инерции, с мертвой точки, так скажем, в это... Причем, скажем так, не по прямой траектории, как-то вот так, что ли, поломанное ушло. И потом, спустя недели две, дежурная часть, меня оперативный дежурный вызывает. Пойдем тарелку смотреть. Я выхожу, она уже над радиогородком. То была она в сторону, допустим, Озерска находилась, если над лесом, между Кыштымом и Озерском. Если ты стал очевидцем, все, зафиксируй тут же прямо, запиши время, место. Запиши все свои ощущения, все запиши. И если есть какие очевидцы, свидетели, беги, телефоны возьми, там, все, что можно. Вот, и когда тут с Лешенькой столкнулся, конечно, объектов я не видел вот этих. И, в принципе-то, как бы, ну, не считал тогда, что, может быть, это на самом деле пришелец или кто. Вот, а потом еще был такой случай, но я не знаю, как его, это как бы сказать, ну, полная мистика вообще. Я вот с передачи с ТНТ с битвы экстрасенсов приехал, и мне поступил звонок, говорят, к вам подъедет Татьяна Авдеева, Уральское бюро ТНТ, она будет снимать дополнительный материал для передачи. Я говорю, хорошо, пусть приезжает. А тут это был ноябрь месяц, сейчас какой год это, ой, по-моему, 15-й год был, или... Ну, не буду вспоминать, так сейчас это долго. Вот, и, значит, она говорит, ну, я считаю, что он в лесу найден, конечно. Вот, а вы можете эту сосну показать, под которой его нашли? Я говорю, вы знаете, кто-то только знак оставил, я потому что там затрудняюсь. Вадим Александрович, конечно, он целую эту формулу поиска разработал. То есть там когда-то горел лес. И можно по коре определить. Потому что, говорю, 20 лет прошло, сосны выросли, они сейчас практически все одинаковые там. Какая старше, какая моложе, некоторые обогнали даже уже. Вот, я говорю, я не знаю. Ну, кто-то знак бы оставил нам. А только-только выпал снег. И неглубокий, так скажем, сантиметров 20. Вот, мы приехали туда на место, пошли. И около одной из сосен, ну, под которой, вероятнее всего, она в 30 метрах как раз, она по всем параметрам подходит. Стрелка из веток отломанных. Отломанных, причем у самой вершины. То есть это туда не подняться, в общем-то. И вокруг ни одной сломанной ветви. То есть если был бы ветер или снег там так нападал, что сломал эти ветки.
Я думаю, ну ладно, отломились, дерево слабое. Попробовал сломать об колено. Вы знаете, пробовали черенок лопаты об колено сломать? Вот такой, такой же крепости сучки. То есть, ну, я даже фотографию сделал, мы там с Татьяной Авдеевой стоим с этими ветками. Я, к сожалению, сразу не сообразил, что надо фотографировать, и ни одного следа, то есть. Ну, говорю, вот под этой сосной. Вы же видели сами, что мне. И вот даже этот человек, его можно спросить, ее вернее. Вот она ВКонтакте, у меня в друзьях, по-моему. Чуть позже мы еще посмотрим небольшое видео. Там как раз город Кыштым. Может, Виталик немножко покажем те места, вот, в которых происходили все эти события. Сейчас я знаю, что у Андрея есть еще один вопрос, но прежде маленькое объявление. Кафе «Хоровац» дарит сегодня такую, скажем так, праздничную скидку, 10% минус по счетам. Так что сегодня немножко выгоднее кушать. Андрей, пожалуйста. Спасибо, Владимир. Вы сказали, что был таким человеком, скептиком, да? А скажите, вот если попытаться объяснить, ну, какими-то вот реальными, да, вещами, научными, как бы вы могли объяснить эту историю, да, с пришельцем? Как по-другому это можно объяснить? Что вы думали тогда, что вы думаете сейчас? Ну, я все-таки склоняюсь, что, ну, простым существом это не было. Поскольку, вот опять же, вот отсутствие полностью органов выделения, половых признаков, отсутствие ушных раковин, ну, само строение, потом сам способ попадания, то есть в квартиру, я извините, немножко это горло, вот, сам способ попадания в квартиру тоже. Психбольная женщина, она не в адеквате, она живет совершенно в другом мире, то есть я, насколько с ней общался, она совершенно видит то, что, ну, не видим мы. Я, ну, как бы над этим даже подсмеивался. А, будучи участковым, я всеми профилактировал, ну, сына ее, Сергея. А подходил, говорил: Тамара Васильевна, что там у вас как? Да, вот, типа, что-нибудь расскажет там. Я говорю: да ну вам, блазница там или еще что-то. То есть, ну, потом я подумал, что, в принципе, ну, как один человек сказал, если бы это был разумный какой-то, значит, индивид, то, как бы, ну, это может как тест, допустим. Скорость флота измеряется по скорости самого тихоходного судна. То есть, как самый такой, скажем, неадекватный такой, самый беспомощный человек реагирует, так, ну, и человечество в целом может быть. Ну, или, в принципе, это как бы случай такой, что-то произошло. Но это его мнение. Но мое чисто мнение... Вот сами все эти обстоятельства, одно само по себе, оно может быть ничего не значит. Ну, можно случайностью назвать. Когда они в комплексе собираются, вот в такой букет, ну, тут их игнорировать сложно, в принципе. Вот. Существо было при жизни, то есть оно принимало пищу, оно дышало, оно издавало звуки взвизгивающие. Потом, опять же, со слов очевидцев, взгляд был осмысленный, изучающий. То есть не как ребеночек смотрит, допустим, а как кто-то смотрит, ага, что-то, что этот человек там из себя представляет, что там. В общем, ну, такие вещи, они, в принципе, ну, высказаны могут быть только человеком в подробностях, вот в таких, опять же, только человеком, который видел. Когда он начинает придумывать, деталей не бывает. А тут все в деталях. Допустим, она говорит, у него красный язычок лопаточкой был. Тоже ротик не такой был, как у нас совершенно. Два зубика, говорит, видела там. И потом, говорит, ну, пищу он не жевал, он поглощал ее. То есть ему дают, он ее туда. И все. А потом ничего не выделяет, только какие-то эти такие прозрачные выделения на коже появляются. Вот, то есть, опять же, и даже на детекторе лжи вот этого Нурдинова, ну, там, конечно, это передача постановочная у Шепелева. Ну, в принципе, там бы выявили, если бы он сказал, что неправда, там, допустим, что у него были половые органы, и он сказал, нет, не было. И там сказали, да, ответ правда, что он не врет. Вот, то есть, как бы так. Правда, один ответ ему нарисовали, я точно знаю, что он сказал правду, они сказали, ответ ложь. Ну, то есть, и мне тоже, в принципе, приписали там одно обстоятельство, не буду говорить. Да, они сами его вырезали, потому что я им объяснил, что они берегов не видят. Вот.
Ну, есть предложение Владимиру немножко дать передышку, потому что все-таки разговор не маленький, сами видите. Давайте так, мы еще один вопрос, если есть, сформулируем. Я знаю, что вот у Марата есть вопрос, да? Нет, у него уже нет. Исчез. Вот, да, сейчас, пожалуйста, Андрей, дам. Вот, и потом предлагаю, тут у нас сидят ребята из объединения «Космопоиск», вот того, который возглавлял Владимир Александрович Чернобров. У них тоже есть очень интересная информация и картинки, поэтому тоже, соответственно, мы им предоставим сейчас слово. Пожалуйста, Андрей. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Да, Лешеньки, были еще случаи подобные? Описывались местными жителями? Кто кого-то видели? До. Да, до. Ну, в принципе, люди рассказывали. Один человек, в общем, сотрудник милиции в прошлом, несколько раз в горячих точках был. В принципе, такой серьезный парень. Он говорит, что в детстве на покосе видел прозрачную фигуру. То есть ходил человек по покосу, полностью бестелесный. Ну, потом также еще видели призрака на трассе, вот Аргаяш-Кыштым протяженностью, Аргаяш-Кузнецкой, вернее, на Челябинской трассе, в районе поселка Ключевка. Ну, у меня даже это видео есть. Я с очевидцами беседовал. Но на самом деле там не смонтировано ничего. То есть они в деталях тоже описывают, как он выглядел, все. То есть загадочных-то вещей очень много. И люди-то рассказывали, но особенно вот когда японцы побывали у нас, после этого люди маленько раскрепостились, начали подходить и рассказывать. Он говорит, охота поделиться. В себе таскаю давно, ну просто это одно, другое, третье. Фотографию один мужчина принес. Там девочка дверь открывает, а на двери два лица. Одно больше, другое меньше. Но такие злые лица вообще, такие страшные. Вот, говорит, такая фотография есть. Ну, я там показывал, опять с мяса экстрасенс приезжала женщина. Она говорит, это плохая фотография, давайте я вот заберу ее. Она беду принесет. Я говорю, забирайте, не надо мне такую. И отдал. Ну, может быть, и правильно сделал, кто его знает. Вот, ну, были и такие моменты. Потом тоже дом был, про который еще в школе пацаны рассказывали, что ходили на разваленный дом какой-то там. Там призрак есть, что-то такое, вот его видели часто. Но было такое, в общем-то, что говорить. Типа домовых, да? Ну да, такие вот моменты. Но вот конкретно, чтобы визуально, чтобы вот... Ну, как высказали, опять же, те же уфологи с этого, с Каменск-Уральского, что это существо, это биоклон, типа, у него митоз происходит третичным делением ядра, не двоичным. Что-то, ну, так вот они это... Ну, как им верить, опять же. Вот. Но говорили, что они дорастают до 2 метров там. Это маленькая особь, это разведчик там. Ну, как сейчас с этим людям, если одни обманщики тут? Ну, тогда, в принципе, они как бы произвели впечатление, конечно, и даже научно все рассказали. Вот. Ну, опять же, взять, если расширить круг, то, допустим, вот... В Пуэрто-Рико был аналогичный случай. Вот. Потом был случай аналогичный, опять же, захоронения вот эти в Мексике, там, на плато Наска, там тоже такие маленькие существа. Потом это, опять же, чуть белоглазая, вот тоже Вадим Александрович Чернобров говорил. Владимир, пока вы говорили как раз про аномалии, вот мы запустили ваше творчество. Да-да, вот у нас еще и художник Владимир Эдуардович. Хотелось бы, знаете, узнать, вот что, когда у вас началось вот это вот время, когда вы раз стали живописью заниматься, и что у вас вот эти образы все значат для вас? Ну, как бы, как все в детстве пробовал рисовать, ничего у меня никогда не получалось совершенно, особенно портрет никогда не выходил. То есть и пейзаж не получался, ничего абсолютно, как бы бездарно все это. А тут спустя как бы время, ну... Что-то вот побудило прямо, и вдруг неожиданно я понял, как тут надо рисовать. То есть не знал, а тут неожиданно понял, что как вот эти полутона наложить, как там что сделать, где добавить какую-то эту, скажем так, черту, чтобы эмоция... То есть ни у кого не обучаясь, вы просто вот сами дошли вот до такого
достаточно высокого, очень хорошего уровня, да? Как сказать, можно и выше, но сам, да. Ну, совершенно, конечно, предела нет, но я думаю, что все признают, что... А вот это из листьев картина, то есть осенние листья. Картинка маленькая, но если ее смотреть в большом разрешении, она поражает, потому что я когда сегодня увидел ее, я думал, господи, как это сделано? Потом смотрю и понимаю, что из осенних листьев сложена необычайно такая портретная картина двух человек. Причем я, ну, себя немножко не успел доделать, потому что ветер поднялся. И там, вот здесь вот, футболка, это фотошоп, а все остальное листья. А так, да, действительно. Ну и вот сказ можете еще немножко рассказать? А, ну да, вот, знаете, тоже со стихами всегда была проблема, что срифмовать, это сложно так. Во-первых, надо еще слово такое подобрать, чтобы оно заиграло, и чтобы рифма была не кривая там, и чтобы смысл складывался, и чтобы как-то поэтично было. Вот. Ну, никогда не получалось, ничего не выходило. А тут неожиданно совершенно, ну, я в казачестве, наш атаман подошел и говорит, надо для ребятишек сделать как бы, ну, пьеску, что ли, там, сказ какой-нибудь сделать такой, чтобы можно было обыграть. Ну, желательно в стихах. Я говорю, я что, поэт, что ли? Ну, попробую, что-то. Я сел и покатило просто откуда-то. Просто я записывал так, на планшете набивал, потом перечитывал, ну, где-то правил, где-то что-то приходило, уже исправлял. А так вот все как будто это под диктовку. То есть, ну, как сказать, тоже это, говорят, пришло, не мое, списал. Ну, на самом деле, остается только порадоваться, что вот этот контакт, видите, как на Владимира и в таком в творческом, в креативном плане очень сильно повлиял, потому что действительно вот такие картины создавать, это только малая часть, потому что ну, я не стал все показывать. Если вам интересно, вы сможете Владимира найти ВКонтакте и намного больше узнать вот о том, чем он занимается, чем живет. Могу сказать, что вот он, допустим, в проруби купается. Давно это у вас началось? Периодически, так скажем. Ну, еще так, в молодости. Нет, ну до армии-то я не лазил, но опять же после Лехи можно сказать, так. Так что можно только порадоваться, сколько позитивных событий, да, принесло такая встреча. Скажем так, во-первых, с очень интересными людьми судьба свела. Вот опять же тоже Вадим Александрович Чернобров, вот ребята. И так вот сколько общался и с летчиками, испытателями, там, и с уфологами, даже с иностранцами. Много японцев приезжало, корейцев. А вообще, надо сказать, японцы себя считают потомками пришельцев. Они даже не признают другой никакой концепции. И про Алешеньку я говорю, а почему? Ну, они называли его Учуджин, то есть это пришелец. Я говорю, почему вы так утверждаете? Они говорят, вы знаете, перед тем, как к вам поехать, какие деньги фирма потратила на вот это исследование? То есть были лучшие умы вовлечены в это дело. И пока вот нам не дали добро, что сказали, все, 200%, что езжайте, снимайте репортаж. То есть если бы это был человек и даже выкидыш, мы бы не поехали. То есть, а тут бизнес-классом 11 человек пролетело, на 10 дней арендовали машину. Раф. То есть бюджет Кыштыма тут, да? Да, там такие деньги были ухлопаны, это вообще, это надо сказать. Они ездили, за каждое интервью они платили деньги. То есть меня же опять же спрашивают, я им рассказываю все, они говорят, вот мы ваше время потратили, вот вам там распишитесь. Прошу. Очень не давайте. Вот, потом всем там и футболки, авторучки дарили. То есть они говорят, что для канала это просто, ну, счастье, что вот. И говорит, как так у вас такой город, и до сих пор там нет ни памятника, ничего. И вот Вадим Александрович инициативу проявил, и вот местное население буквально свой бренд ломает и крушит. Вот об этом давайте сейчас расспросим уже много раз упоминавшееся объединение «Космопоиск». Вот у нас сидит тут сразу, получается, 4 человека, да? Из Екатеринбурга, из Кыштыма. Ребят, кто у вас хотел бы сказать что-то вот по вопросу, по самому существу, по памятнику, по ситуации в Кыштыме? Георгий, вы, да? Если у вас что-то более основательно, выходите сюда. Хорошо, пожалуйста.
Меня зовут Георгий, я представляю Челябинск Космопоиск. Урал Космопоиск. Во-первых, хотел бы поблагодарить Алексея Королева за такую теплую, уютную обстановку. Ваш город Екатеринбург, мы ваши гости, мы приехали вам сюда, вы нас приняли. Что по поводу карлика? Все дело живет, которое начинал еще Вадим Александрович. Вадим Бернин тоже работал очень долго, в 90-х годах еще тоже по этому феномену. Это очень радует, что дело не умерло и продолжает свое дело. Но особенно хотелось бы поблагодарить Ольгу Лопатину, она представляет Екатеринбург Космопоиск. Эдуарда Шама, он тоже с Екатеринбурга. Они плотно 3 года работали над этим феноменом. То есть, начиная с 15 года, Вадим Александрович, мечта сбылась. Мы установили памятник, но, к сожалению, его сломали. И на протяжении 3 лет вот они плотно работаем, то есть, получается, я опрашиваю свидетелей, новые доказательства, новые факты, не исключаем ничто. Единственное, мы потеряли своего незаменимого лидера. И получается так, что материал, накопленный годами, к сожалению, мы сейчас его не можем найти. Будем по крупицам сейчас все восстанавливать. Ну, что я могу еще сказать? Ольге могу передать. Можно я сидеть, да? Что хотела сказать по поводу реакции как раз начальницы государственной службы, да? Прозвучало просто от вас, Владимир. Какова была ее реакция? Я как-то спросила у Вадима, что же она сделала, когда увидела существо. Оказалось, что она пошла спать. Вот это меня очень сильно удивило. Такая реакция прям, ну, была неожиданной. То есть существо явно разумное, существо явно обладало какой-то телепатической возможностью, способностью. Женщина еще была в явном напряжении, потому что, ну, недавно как раз пересматривала интервью Вадима. Он рассказывал о том, что она закрыла все двери, окна, не дай бог, к ней кто-то там придет постучиться. То есть она прям, ну, вот готовилась, да, там пересчитывала средства. И тут неожиданно, да, казалось бы, даже не то, что там человек, даже ветер не должен был какой-то залететь в окно, появляется это существо. Ну, что хочу сказать еще вообще, ну, по поводу всей ситуации. У Ахматова есть такие стихи, и если в дверь ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Ну, это уже концовка стихотворения, это как раз о том, что мы, люди, в целом не услышали вот этот феномен, да, который, в общем-то, должны были, наверное, услышать. Это существо, которое, может быть, пришло за помощью, за поддержкой. Мы оказались вовсе негуманными людьми. И вообще, слово «гуманизм» и «люди», оно какое-то получается, ну, получается, что эти слова, они антонимы. Похоже. Спасибо большое. Ну, мало того, что даже смешки были, вот уголовный розыск опера говорили, тебе надо было его нам принести, мы бы его с пивом. Да, вот наша жёночка. Друзья, ну вот... Не сочтите, что я сейчас скажу, все, конец вечера, давайте расходиться. Нет, на самом деле мы еще прям на нашем пути, довольно долгом сегодня. Но сейчас мы сделаем маленькую паузу для того, чтобы сейчас нам вынесут торт. Торт почему посвящен, а все-таки в этом году исполняется 22 года этой истории, поэтому мы немножечко, так в шутку, да, решили, что... Ну давайте считать, что вот Алешенька родился в 96 году. Что в 2018 ему исполняется, он уже большой, ему 22 года, он уже совершеннолетний. Вот, а тут сразу хочу немножко извиниться, вот тут в ходе того, что мы в прошлом году провели вот первое такое событие, значит, часть СМИ, часть людей, которые вот про это все узнали, они стали считать, что 23 января это день рождения Алёши. Ну вот, уже как бы такие точки зрения сейчас фигурируют. Вот, мы, честно, не хотели так внедрять эту мысль, но раз уж получилось, мы все равно не знаем настоящую дату. Вот, ну, пусть 23 января будет. Так что, значит, по случаю 22-й годовщины рождения этого мифической гуманоида, вот мы решили, значит, подготовить маленький такой тортик, в каждому достанется кусочек. Вот торт, как и положено, дню рожденному будет со свечами, сейчас нам их там зажгут. Вот, можно пока немножечко музыки. Вот, когда съедим тортик, да, чуть-чуть, минут 10-15, немножко отойдем от
этого всего. И вернемся, у нас еще много-много чего интересного. Так что надеемся, что никто не уйдет. У всех еще есть время и желание остаться. Вообще вопросы есть? Вопрос еще после обязательно точки зрения, все что угодно, для всего прозвучит. В 2015 году, когда наш Вадим Александрович мечта сбылась, мы с объединением Космопоиск устанавливали ему памятник, фигурочку Вадим сам слепил и задался вопросом, как же его назвать. Хоть бы он был выкидышем, инопланетянин или с другого измерения, но он был живой и пострадал от человеческого фактора, то есть он погиб от человеческой руки, его раздавили. Что самое удивительное, в первую очередь голову сломали его, как его в истории про 96-го года, с правым голову тоже раздавили. Да. Смещение было. И мы поэтому решили назвать его посвящено Кыштымскому. Мы подписали Кыштымскому существу, что бы он ни был, но он пострадал от человеческого фактора, то есть погиб. Даже его памятник страдает. Да. Даже памятник уже да. Сколько? Четыре раза, да? В первый раз именно пострадала сначала голова, да. Когда мы устанавливали. Установили. Вот этот варварство, да? Кстати, знаете, да, вот Вадим, ведь он очень интересно, у него была... целая теория, я даже немножечко вот то, что Георгий начал говорить, продолжу. У него было предположение, что Алешенька, кем бы он ни был, биороботом, действительно полностью живым существом, да, какая была у него миссия? Он прибыл сюда в качестве, Вадим, как ты его называл, типа пограничника, там, да? То есть он прибыл сюда, чтобы как разведчик проверить реакцию людей на вот появление такого внеземного, да, какого-то существа. Фильм «Внеземной» он очень хорошо назван. То есть, какова будет реакция людей, настолько целесообразно здесь показываться, собственно, основной массе вот этих, да, собратьев. И вот история с Алешенькой, и может быть даже с Алешеньками, она показала, что, ребят, рановато пока на Землю-то лететь. И когда вот наши там начинают скептики или там просто интернет-тролли там стебаться, говорить, а что они сюда не летят, да, а что вот они вокруг там на орбите летают, а к нам давно не приземлились, так они просто не могут посмотреть правде в глаза, что с нами-то лучше не связываться. Мы где можем ногой раздавим, где не можем там ракетами забьем. Сколько случаев, когда НЛО атаковались авиацией разных стран, да? То есть мы не пытаемся найти контакт, мы пытаемся уничтожить то, что нам непонятно. Вот, пожалуйста. Соответственно, история Алёши, она, конечно, в этом случае показывает. И это проблема не Кыштыма и не России, это проблема вот всего земного населения. То есть мы либо боимся, либо ненавидим, либо все вместе. Поэтому давайте как бы вот сейчас будем кушать наш торт, настраивать на то, что ну, хотя бы часть землян вот в виде нас, да, мы будем более открыты контактом, мы будем ждать, что космос принесет нам какие-то ну, хорошие контакты, позитивные, добрые, а не то, что нас там придут завоевывать, как нам постоянно показывает Голливуд. Ну, тортик уже Владимира появился, но где-то сейчас у нас на подходе именно со свечками. А это кто задувать-то будет? А задувать будет, ну, тот, кто держал, собственно, с чего, кто эту историю сделал нам известной. Я тоже вот рядом постою. Когда его сломали в 2015 году, Вадим Александрович сказал, это был тест на человечность. Еще один, да. Вот, на самом деле, я верю в то, что постепенно и вот эти варвары, там, Кыштыма, или там, откуда они приезжают, там, Челябинск, Екатеринбург, мы не знаем. Они рано или поздно, и они тоже успокоятся, потому что у нас есть свидетельства вот подобные, такое же варварство в Малёвской аномальной зоне, там в самой деревне Малёвка, там стоит много лет тоже памятник инопланетянину. Но он там побольше, он деревянный, с ним тоже первый год, первые два года пытались сделать все что угодно. Ему отломали палец, его там что-то, короче, какими-то краской забрасывали, дробью стреляли. Но, к счастью, вот все-таки там, видимо, биосфера вот эта вот местная успокоилась. Сейчас памятник стоит, уже дальше его ничего не ломает. Поэтому я желаю, чтобы у нас и Кыштымский вот этот, как сказать его, монумент, да, хоть он и маленький, а все-таки это монумент, чтобы он, наконец, остался сохранным. И вот ребята у нас здесь сидят, которые, вот именно они, своими руками, раз за разом его устанавливали. Так что вот, надеемся, что вы победите. С каждым годом все сложнее и сложнее. В этом году вообще подумали все. В этом году, уже в 18-м? Ну, в 17-м. Нет, просто мы были в ноябре, и мы хотим чуть позже показать ролик о нашей поездке. Вот вроде сам-то монумент, он же все-таки стоит. Нет, монумент стоит, а... То есть раньше просто голову отломывали, а теперь все тело, да? Полностью срезали все. И еще маленькая пирамидка была посвящена событиям 96-го года. И то ее ломали уже два раза.
Ага. Плитка там. А саму надпись. Пирамиды сами не сломаешь. Я скажу, как семья-то приезжала. Да. Можно нам торжественную музыку под вынос торжественного пирога? Большое количество замечательных людей. Это и Космопоиск, это и журналистика Екатеринбурга, и уфологи Екатеринбурга, и просто люди, которым действительно все это интересно. И хочется вспомнить старые банальные слова. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. И я надеюсь, что это собрались мы второй раз, но не последний. И, Владимир, просим задуть наш маленький праздничный торт. Точно 22 свечи? Кафе «Караватс», Марат. Все верно, да? Отлично. Прежде чем мы задуем, я еще раз напомню, что вот здесь стоит вот это замечательное изделие, которое кыштымскими мастерами выполнено. Ну, просто, знаете, такое ощущение, что в древнем Перу в каком-то нашли статуэтку, потому что я не думаю, что вот в современности, да, люди просто так на голом энтузиазме, это не коммерческий продукт, они могут вот такие замечательные вещи делать. То есть все-таки вот мы верим, что в Кыштыме есть люди, которые ломают, но есть люди, которые вот созидают, да, действительно. Поэтому ставим статуэтку рядышком и просим задуть. Спасибо большое. Я думаю, что хотел сказать, что мы всем не забудем это событие, но я понял, что мы когда уже сюда все собирались, а мы собирались за несколько месяцев, уже, знаете, вот сколько людей мне сказало, и Владимир говорил, и вот многие из присутствующих, как мы ждем этого события. То есть кто-то вот приехал, сколько у нас до Кыштыма? 150 километров, да, дорога. Не маленький путь на самом деле для зимы, да, особенно. Вот, и вот мы ждали вот эти месяцы, думали, ну блин, скорее бы 23 января пришло. Слава Богу, все получилось, и это не прощание. Так что, сейчас попросим, у нас тортик, он еще не порезан или порезан? Ну, у всех есть, если кому-то нет. Да, ребят, ну, кусочек торта, кому не хватило первого, давайте, не стесняемся. Ну, один Владимир, это железно, да. Я думаю, что он, поскольку самый большой из нас, ему и два надо дать. Хорошо, сейчас мы принесем, вы пока начинаете садитесь. Я хочу увидеть вас с подказом. Друзья, мы сейчас включим дальше продолжение подбора к песню про Алешеньку. Как я уже говорил, что оказалось огромное количество песен создано на эту тему. Да, не все из них настолько же талантливы, как вот первые две, которые уже прозвучали. Но все-таки в качестве такого интересного фона я предлагаю послушать. Может быть, что-то для вас там найдется еще интересного. Ну, а когда тортики будут съедены, мы с вами вернемся и продолжим уже нашу вторую часть, в которой мы посмотрим еще одно видео и сможем еще немножечко пообсуждать. Положительно, вот это место контакта первого Тамары Васильевны Просвириной и гуманоида. Нашли мы, кстати, очень интересно. Когда мы с Владимира поехали, он нам показал, говорит, ну это вот здесь. У нас не было подробной карты. То есть мы на навигаторе, ну представьте, что такое на навигаторе, показать точку, да? То есть мы вот, значит, отъезжаем, мы просто взяли вот так вот, примерно по словам то, что где-то получалось, мы ткнули пальцем и поехали. Ну, думаем, там плюс-минус километр окажется, ладно. Представляете, мы приехали, и оказались, эта точка, мы ее поставили в 50 метрах от колодца, а за колодцем еще там несколько десятков метров, собственно, было вот тело найдено. Ну, не тело, тогда еще он живой был. Первое, что нас поразило. Потом мы поехали на гору Сугамак уже в конце. Тоже мы не поняли по карте, как подъезжать, с какой стороны заезжать. Но мы просто, вот опять же, пользуясь методом навигатор и палец, вот так поставили точку и приехали к самой пещере Сугамак. Это вот вопрос о том, что то ли сенсорные способности у кого-то у нас там в команде есть, то ли это нас убавило. Вот, а насчет того места, где был найден Алешенька, значит, там такое примечательное на самом деле место, лес, родник, оформленный в виде колодца. И вот за ним, значит, очень такое странное по ощущениям место, лес,
знаете, вроде бы как бы лес, но он какой-то неприветливый. То есть мы там находились днем, какое-то там, знаете, ощущение, когда ты хочешь, вроде как бы надо будет походить покопаться, что-то тебя выталкивает. Я заметил, что там по телу просто в одном месте была какая-то, знаете, вибрация, не вибрация, что-то подобное. У меня один раз только подобное было, мы в РКМ ездили прошлым летом, и мы там в двух локациях вот так вот вставали в какой-то такой, ну как бы воображаемый круг диаметром с метр, и прямо по телу начинал вот так вот по спине проходить, как будто, знаете, стоишь на каком-то вибрирующем устройстве. Вот здесь это повторилось. Я не знаю, с чем связано, я не готов как-то физически это обсуждать, в чем причина. Но место контакта, безусловно, очень непростое. И вот во время нашей поездки, она была короткая, тем не менее, мы для себя там поняли некоторые вещи, которые нас некоторые так поразили. И мы решили, что лето 2018 года мы обязательно предпримем уже более основательную экспедицию. Так что, Владимир, ждите нас. Мы обязательно у вас там появимся, потому что Кыштым и сам по себе очаровал, и все вот эти аномалии, тем более вы нам сегодня рассказали, что помимо вот Алешеньки, Кыштым-то еще оказывается там славен целым рядом вещей. Так что ждите нас, ну а я приглашаю, если у кого-то есть желание, что Космопольск добавит. Я так, пожалуйста. Помимо, да, вот этих, то, что мы занимались 3 года на Амбаше озере, еще ездили всякие на Ягозу, Сугамахскую пещеру, Дункин-Сундук. И, кстати, там открыли орех, новый камень. Это у нас, получается, Канов такой есть, со Снежинска. Да. Он фотографировал, его нога провалилась. И когда он мох разгреб, он увидел 6 метров камень, резанный клиньями. То есть раньше клинья вбивали, водой заполняли. И он, видать, ну так думается, это приблизительно 200 лет. То есть эти демидовские заводы были, возможно, для станка этот камень везли, но они, к сожалению, его скинули. Ну, почему-то не довезли или что-то. Вот. Ну, там очень много таинственных мест. За неделю, мне кажется, вот, Владимир, не дашь соврать, невозможно просто пройти. Да, и там Черные ворота, и гора Любви. Приезжайте, обязательно пришли, не пожалеете. А если, допустим, те были эти... Европа, Азия, вот, между прочим, пока ваши картины шли, на одном из них изображено существо, которое, ну, как я, как йети, для себя понял. Это действительно так, да? Вот сейчас картинки идут, мы сейчас найдем эту фотографию. Да, это иллюстрации к сказу стихотворному, ко второй части. Там есть эпизод, ну, как бы, вот то, что... Снежный человек. О чем говорил, да? Ну, я вообще, кстати, склоняюсь все-таки давно уже и всех призываю использовать не тибетское слово «йети» и не «снежный человек», который еще более абсурдный. Для наших условий, вот, кстати, да, это она и есть, да. Лучше использовать термин «лесной человек», потому что в основном там живет именно в лесных чащах, в таких наших местных джунглях. Вы верите в то, что он есть на Южном Урале? Ну, даже вот не только верю, не так давно общался с человеком, он мне нарисовал даже схему, но я ВКонтакте сброшу. Он с друзьями катался на Сугамахе, опять же, с горки там, вот в пещере. В общем, там поляна есть, вот где это. И на куртке просто съехал, спиной, головой вперед, и лежал просто, говорит, это. Смотрел на лес, там все уже темновато было. И, говорит, фигура двухметровая вышагнула из-за деревьев и ушла, говорит, в лес. Потом он убежал. Завели они, значит, машину, уехали. Вот, потом, говорит, я приехал на это место. Ну, у меня объяснение даже где-то есть с него. Вот, чтобы только не наврать, найти. Но я знаю этого парня. Вот. И, кстати, он по дороге с Екатеринбурга на Кыштым, они с сестрой видели НЛО, описывают его очень прямо так детально. И Вадим как раз вот хотел с ними встретиться, приехать. Как-то было дело. Вот. Вообще, я понимаю, почему йети вышел в этом случае. То есть, кстати, человек головой вниз на спине съезжает с горы. Да. Я бы тоже подошел посмотреть. А, что интересно, он говорит, потом приехал это место осмотреть, и уже на самой пещере, там с той стороны, с другой, значит, где вход, есть склон, и там видел такие следы глубокие, как медвежьи, и этот йети там тоже катался. Ну, кстати, вот это существо, вот этот гоминоид реликтовый, как еще его принято называть, ну, так, в качестве маленькой затравки вашего интереса, на Урале есть в разных регионах. И в Челябинской области, и в Свердловской, и в Пермском крае, и в Хмао. Его случаев превеликое множество.
Поскольку вот мы стали заниматься этой темой, мы это русская уфологическая станция РУФОРС, вот я ее представляю здесь на Урале. Огромное количество и следов, и непосредственно наблюдений, и вот мы сейчас занимаемся этим и понимаем, что заниматься темой Йети даже интереснее, чем, допустим, НЛО, потому что НЛО обычно следов-то не оставляет. На фото получается там один раз из миллиона по разным объективным причинам. Вот. А тут существо, которое живет в лесу. Следы, постройки его определенные. Вот мы в этом летом, допустим, прошлом, нашли целый ряд таких интересных инсталляций. Соответственно, надо, так в кавычках, охотиться на него, надо его искать, он есть. И чем больше мы будем заниматься этой темой, тем больше мы узнаем, потому что тоже одна из загадок. И, кстати говоря, замечено, что вот эти вот лесные человеки, эти йети, они проявляют большой интерес ко всему аномальному. Если зона, допустим, богатая НЛО, он будет тут как тут. Если, допустим, возле Кыштыма происходят какие-то события вот с этими карликами, их кто-то считает подземными жителями, да, кто-то инопланетянами, вот йети опять тут как тут. То есть, соответственно, у него тоже какой-то, видимо, интерес, любопытство или как-то еще по-другому это объясняется. Недавний эпизод у меня был, но я его, как говорится, не видел, но присутствие чувствовал. С велосипедом, опять же, с красным пошел по грибы, тащил его везде через все вот эти поваленные деревья везде, ну, чтобы потом как на дорогу выйти, проехаться. В общем, не бросал. И наверняка так выглядел со стороны довольно-таки странно очень. Поэтому, может, заинтересовал даже. Почувствовал присутствие, ну, ничем никак не выдается. Кстати, совершенно верно. Вот я, поскольку дружу и постоянно контактирую с одним из экспертов, мировых экспертов по криптозоологии, профессором Бурцевым из Москвы, как раз вот одна из его рекомендаций, как лучше всего найти, приманить к себе, вызвать на контакт вот это существо, это удивить его. Соответственно, если вот вы скатитесь, так, грубо говоря, спиной вниз головой, да, вот это, если он где-то рядышком, он уже может заинтересоваться. Если вы какое-то сооружение построите чудное, которое будет для него непривычно и непонятно, он опять придет смотреть. И вот потом со мной такой казус произошел. Там нашел, ну так, подосиновиков, белых грибов, ну все червивые были практически. Потом решил еще одну полянку посмотреть, но там косогор каменный, велосипед оставил, на всякий случай к дереву приковал. И нож, чтобы не потерять, тоже оставил, на руль положил. Возвращаюсь, ножа нет. Давай все облазил вокруг, все осмотрел, думаю, нет, где-то обронил, может, я туплю. Опять пошел искать, возвращаюсь, он там же на руле лежит. Такая, кому расскажи? Скажет, ну, может, наверное, с недосыпу ходил после суток. Ну, вот скептики, они обычно и объясняют так, все тривиально. Но проблема скептика в чем? Они вот берут какую-то одну деталь, там, да, аргумент, и говорят, ну это же все просто вот объясняется, да. Они никогда не могут в комплексе все объяснить. Поэтому с ними вот неинтересно, они как бы видят маленькую часть, там, на столе смотрят ложка, они могут объяснить ложку. А то, что здесь тарелка, там, чайник, там, статуэтка, в комплексе они почему-то не видят этого. Ну, видимо, узость ума. Ну, мы на самом деле обещали, что каждый сегодня получит возможность высказаться именно свое мнение, свою точку зрения, вот, прежде всего, по этой тематике, по Алешеньке. Есть у кого-то желание уже? Ну, кроме Марата, конечно, он-то всегда хотел поговорить об этом. Улыбается. Нет, серьезно, потому что точка зрения с Владимира, вот мы ее услышали, да? Я тут пару слов сказал. Но на самом деле, замышлялась, понимаете, какая-то интерактивная вот наша встреча, потому что понятно, что сколько людей, столько мнений, и очень интересно слушать других, потому что ты подчерпываешь для себя что-то, о чем раньше не задумывался. Так что я даже не потому вас зову, что давайте, ребят, поговорите там что-нибудь. Мы просто хотим что-нибудь новое услышать для себя, да, и лучше, соответственно, понять. Можно с места. Не, ну что с места, давай микрофон. Тут все свои. Андрей Гусев, стесняться не надо. Тут как-то недавно начал
изучать Бажова и пересматриваю старые сказы Бажова. И там много упоминаний, вот Огневушка, Поскакушка, там Девка, Зовка. И очень схожие с описанием с мелким карликом. То есть мы могли и раньше не присутствовать в том месте. Ну да, как правило, ни одна легенда на пустом месте не возникает. Какой-то толчок для этого нужен. Кто-то из людей мог увидеть, рассказать, а Бажов он записывал больше, так скажем... Мифы, слухи, вот, да, рабочих местных. Поэтому он сказками называется. Да, иначе была бы сказка. Ну, причем Огневушка, Поскакушка, там где тоже там Синюшкин колодец, тут тоже в колодцах как бы в основном эти события происходили. Да, скорее всего, на чем-то это все основано. Вопросы есть какие-то к Андрею? Он действительно много знает по краеведению. Много. Смотря в какой области. У нас сообщество краеведов. Швейкина. Надо их направить на него. Они, правда, все на пенсии, но удивительно. Он тоже. Спасибо. Ну, друзья, я понимаю, что какое-то стеснение, наверное, есть, да? Мы просто такую платформу для выступления, ну, когда вы найдете в следующий раз? Когда мы найдем в следующий раз? Просто телемикрофон. Так что, если как бы, ну, действительно сейчас... есть, Светлана, пожалуйста. Я уже с грустью подумал, что мы эту тему сейчас, эту часть закрываем. Пожалуйста, Светлана Рюмина. Спасибо большое. Есть интересная информация. Алешеньку исследовали разными методами, экстрасенсы приезжали, и полиция, все было интересно. Я обратилась к авторитетному тарологу, к хорошему человеку, для проведения гадания. И вот буквально пару часов назад, до начала нашего вечера, гадание было проведено. И у меня есть пара вопросов к вам, Владимир, да? Владимир. И первое, это какая погода была в тот день, вам известно, 13 августа? Ну, когда снимал, вроде бы не было дождя, было солнце, скорее всего. Извините, это вы говорите про день съемки, а про день нахождения карлика. Вот эту дату я не могу назвать, но, в принципе, это есть на записи, сейчас, к своему стыду, я не зафиксировал в памяти. Тамара Просвирина говорит, называет конкретную дату, когда она пришла к свекрови. Это видео у меня есть, я могу посмотреть. Но вот погоду единственное можно установить. У нас есть семья, которая регистрирует всю свою сознательную жизнь каждый день погоду. Наблюдение за погодой ведет. Живут на ближней даче, там в поселке, может быть, если с ними связаться. Вот это было бы интересно, поскольку если в этот день был дождь и была радуга, то Алешенька мог появиться после радуги. Результатом гадания, что, как сказали, радуга — это небесное оружие, возложенное на землю. И после радуги нередко происходят интересные события. То есть, возможно, Алешенька был после радуги. Да, так бы вот расспросить, если... Ну, к сожалению, умерла Наумова Тамара, которая более-менее это могла пролить свет. Она те три дня запомнила, когда эта женщина отсутствовала. Угу. Она могла рассказать. Но, к сожалению, да, вот такие вещи... Тоже не отдаем себе отчет, а это тоже надо регистрировать, выяснять. Буду на будущее. Вот было бы вооружен, хорошо, то есть предупрежден, значит, интересно. Вооружен. Просто они появились чуть раньше немножко, эти пары, чем уже произошло событие, когда Тамара Просвирина была шла. То есть неизвестно ничего про то, что там еще. Наблюдение в этот день могут сейчас твердить, которые будут изначально. Да, потому что Тамара Николаевна. Говорит, она когда пришла, и он уже дома у нее был. То есть это еще тоже не прольет нам свет на дату. Ну, опять же, если был день приземления, и студенты какие-то молодые видели, и, то есть если они были на берегу озера, то есть получается погода, и причем была ночь. Ночь, точно. Ну, радуги никакой не было. Не было радуги, нет. То есть если только дождь. Не было, однозначно, потому что они отдыхали на берегу озера. Хорошо. Дальше информация о том, что Алешенька, возможно, летел откуда-то и должен был совершить посадку. Но что-то не сошлось либо по времени, либо по его экипировке, что-то сломалось, что-то было не так рассчитано. И поэтому он прибыл к нам слабым. И то, что его считают неразумным,
Это не совсем верно. Он просто был слишком слаб. Возможно, у него было какое-то измененное состояние сознания, если таковое сознание имелось. То есть он просто был слаб, он не мог показать свой разум и не мог выполнить свою цель. Ну, в принципе, логично. Если поставить себя на место этого существа, попадаешь в инородную среду, и, может быть, даже с помощью какого-то там стресса, это аварии какой-то, тут может быть травмирован, может, перемогался. Все возможно, да. Вот. И последнее, это то, что смерть его, возможно, была вызвана тем, что он потерял слишком много воды, слишком много вот этой, может быть, влаги, которую он выделял, и все это из-за неправильного питания. Его нужно было поить водой и кормить фруктами свежими, а совсем не картошкой, не кашей, как делала Тамара. Ну это да, и вот, я склоняюсь к тому, что вот эта диета-то тоже не приносила ему. И вот здесь меня лично очень как-то даже потрясло то, что люди знали, что там живет ребеночек, не ребеночек, неважно, существо маленькое, что его кормят кашей и картошкой, неважно в каком состоянии, там адекватном или неадекватном, та женщина. Но что люди знают, что его кормят вот такой взрослой пищей, может быть, не поят даже, ничего люди не предпринимают. Это вот как раз про гуманизм. Я поначалу поражен был. Мы уже более детей знаем об этом, обо всем. Я тоже раньше был. Люди, для них это дикость была, и пугались всего. За Тамарой-то свиньями приезжали тогда санитары, они видели, что в его квартире находится живое существо. Когда их Вадим спросил, почему люди так напрягаются, мы думали, что это будет котенок. Котенка же даже не стоит посмотреть. Он разумно прятался куда-нибудь или завернутый был. Просто он боялся посторонних. Он доверял именно тем людям, которые, вот, ну, видимо, умалишенные или что-то, они более добродушные. Таким существам. Именно добро, что он чувствовал, да, что к нему можно попасть. Он же не пошел к кому-то там, допустим, более разумному человеку. Да, как высказал один, по-моему, Женя Бутенко, Скупенко, или, сейчас не вспомню, один из исследователей приезжал, занимался тоже этой темой, он говорил так, что самого милосердного человека он выбрал для своего, как говорится, это, кому отправил. Опять же, вот напрягает то, что трое суток она отсутствовала, и люди днем к колодцу ходили в те края и не видели ничего, никого. То есть как куда-то выпало из... Ну, провал во времени, как бы, и есть. Такие случаи, как бы, и есть. Угу. То есть такое дело тоже. Ну, спасибо, у меня на этом все. Вот что нам сказали карты. А, интересно вообще. А это, наверное, правильно, привлекать все варианты для исследования. Карты и карлик как-то созвучно звучит, да? Да, первые три буквы. Кстати, ну вот сейчас упоминалось, да, насчет того, что где же Тамара Васильевна была трое суток. Согласитесь, что человек, который трое суток бы не питался, он вообще еле живой бы пришел. Тем более в возрасте. В таком. Ну, про возраст даже говорить нечего, да. То есть она, судя по всему, вернулась, как будто вот вышла там, за водой, за хлебом. Нет, ну если натренированный организм, нет. Ну, до такой степени. Места, где провал во времени есть, также в Аркаиме. Поэтому вот насчет версии, что она отсутствовала и была, находилась не в нашем мире, да, в каком-то ином измерении, там, на корабле, она как раз наводит, ну, да, вот на это все. И, кстати, вот мы немножко вскользь, да, коснулись обстоятельств гибели Тамары Васильевны. То есть, ведь, смотрите, она погибла на дороге, по которой в тот день проезжала, ну, не в тот день, а в то время, в 90-е годы, ну, там полторы машины в день. И надо же с такому обстоятельству, что ее сбивает сразу две машины. Там, в принципе, как бы, знаете, одна-то бы, дай бог, проехала. Поэтому очень непростые обстоятельства вот ее до конца жизни преследовали. Да, и там даже сейчас два горбатых полицейских залито, скорость ограничена движений. В общем, после этого случая все. Хорошо. Ну, спасибо, Светлане. Еще есть какие-то идеи для высказывания? Ну, хорошо. Давайте тогда так. Мы сейчас тогда включим на минут на 10 небольшую фоновую музыку. И у кого-то есть, допустим, желание к Владимиру подойти, там, ко мне друг к другу. Пожалуйста, уже как бы немножко так менее формализованно, да, тет-а-тет поговорим.
Ровно в 23 часа мы включим на наших экранах замечательный фильм, который мы показывали в том году и хочется включить в этом. Это фильм «Внеземной», который основан на реальных событиях, в котором только лишь некоторые обстоятельства были авторами изменены. На самом деле они достаточно строго повторяют, да, Владимир? Вот можно же, да, сказать про фильм «Внеземной», что это хорошо выстроены реальные события? Ну да, практически вся сюжетная линия, ну, за исключением вот этой мистики, практически соответствует. Хорошо. Поэтому просмотр фильма будет идти, но это не означает, что давайте на него смотреть, потому что, пожалуйста, общайтесь, там, кушайте. Если, допустим, время позднее, конечно, кому-то, наверное, уже можно будет уйти. Но само кафе работает до часа ночи, поэтому есть силы и желания. Ребят, пожалуйста, как бы тусим уже как бы больше так, в тет-а-тетном таком варианте. Все-таки конференция теперь должна в бал перейти, как мы и обещали. Так что не призываю расходиться, но если нужно, конечно, тогда вот. Но кто хочет, смотрите фильм. Пока, пожалуйста, на музыку. Очень приятно вообще вот в этой атмосфере себя ощущать. Это так замечательно в то время, когда вот живешь столько злых, таких неприятных лиц, видишь, там столько стрессов испытываешь, и вдруг такая атмосфера чудесная. Такие люди открытые, прекрасные. Огромное вам спасибо, огромное спасибо Алексею за то, что вот собрал нас здесь, устроил вот такое замечательное у нас, скажем, времяпрепровождение. И сколько здесь, скажем так, нового узнали все, даже вот про карты Таро тоже. Тоже очень интересно. Спасибо, надо будет на вооружение взять эти все методы. То есть где-то что-то. Не настолько это, как кажется, на первый взгляд, скажем так, ненаучно. У меня был прецедент, когда вот человек обращался, которого обокрали, к людям, которые вот именно с картами имеют дело. Ему рассказали, кто сделал, как сделал, где похищенное находится, что произойдет в ближайшее время и как ему обратно все это дело вернуть. И, ну, он был осмеян там сильно сотрудниками милиции, в частности, там, и зампа опер там всем рассказывал, что скоро бабки там будут, это, с картами гадалки ездить на место происшествия. И в итоге все равно все всплыло, и все было именно один в один просто. Поэтому я как бы склонен в это дело очень серьезно как бы исследовать такие вещи. А про радугу, кстати, очень интересное наблюдение. Я фантастический рассказ читал «Радуга», где как бы это даже не только это врата, даже не просто там игра этих всех. А вот про радугу я подумала, сказали, что нашли ночью, а за день был, возможно, был дождь. Все возможно. Да, могли найти ночью, а попасть и... Ну, все вероятно. Мы только пока имеем, скажем так, очень такие размытые сроки. Кстати, Бажов тоже, Гневушка, Поскакушка, допустим, упоминали рассказы, только ночью происходили у костра, когда сидели. Да. А порой ночью у человека обостряются инстинкты, и он видит больше немножко, потому что чувство опасности и прочее. Ну и наоборот, как существа считают скрытой темнотой или что-то там. Ну, так что, в принципе, если обращать внимание на вещи, которые кажутся обыденными, можно находить такое, от чего можно даже это прийти в восторг просто. Ну, слов нет. Ну что ж, а в завершение хочу поблагодарить всех, кто пришел. Хочу поблагодарить нашего диджея Дмитрия, который весь вечер скромно, но со знанием дела, кстати, один из замечательных ведущих, диджеев, да и ведущий. Да, и все вместе. Так что, когда у нас понадобится проведение праздника, вот человек, который вам поможет. Хочу поблагодарить ребят из кафе «Хоровац», потому что спасибо вам за стол, за атмосферу, за этот весь уют, в котором мы сегодня провели вечер. Ну и, конечно, Владимир, большое спасибо вам за то, что вы отнеслись с интересом к нашей идее, что вы проделали огромный путь, огромный не только в плане расстояния, а вообще, что как бы взять, вот, согласиться, там, рассказать,
Большое спасибо, что вы всю эту правду в себе несете, и у вас есть все еще огонь, чтобы вот это поддерживать, продолжать заниматься этим, интересоваться. Это очень много стоит спустя 22 года. Мало кто смог бы. Спасибо за теплые слова.